Уважаемые гости, на этом испытание огнетушителя не заканчивается. Перед вами находится очаг 113Б. Это дизельное топливо. Для розжига используется бензин. С одной стороны, дизельное топливо не имеет паров. С другой стороны, обладает огромной теплотой. То, что мы сейчас и делаем. И приступаем к тушению 2-литрового огнетушителя. Тушение начнется через 5 секунд. Как вы видите, после первых впрысков огнетушащего состава огонь локализован, и наш коллега приступил к дотушиванию.